наша красотка. Стоит теплица, павильон с лицевой стенкой под стекло. Видите, какая красота. Двери с форточками нового типа. Наклейка наша. Вот, смотрим. Автоматы еще отключены. Форточки на проветривание открыты. И вот такая красота. Видите, лицевая стена прозрачная. Везде остальное это поликарбонат. Смотрите, тут какая Муська, как она акробастически бегает. Муся, кс-кс-кс-кс. В чем отличие от других теплиц, вы знаете, это значит мощный капитальный каркас, изготовленный из оцинкованной трубы с полимерно-порошковой покраской. Видите? Полимерно-порошковой. Вот эти все отверстия, они просверлены заранее, но тут, так как установлена форточка, они не нужны, но нам приходится сверлить, потому что мы не знаем, что будет заказывать, с форточкой или дверь цельная, то есть она универсальная. В чем еще отличие? Это павильон прошлого года, то есть 2019 года коллекции. Здесь арки идут в виде ферм. С этого года мы ввели обновленный павильон, у него стойка идет из 40 на 40, то есть мы вот эту вот ферму стеновую убрали. И сделали высоту здесь, вот, например, здесь 1,65 м, мы сделали 1,80 м. И ферма, получается, еще стала выше и мощнее. Осталась только верхняя ферма. Также все это отливы, переливы. Можно натянуть систему подвязки, установить афрамуги. Да, по афрамугам сейчас я вам покажу. Да, и по дверям. Вот смотрите, видите, как идет нахлёст, то есть он идет полностью в одной плоскости с стойкой дверной нахлёст. Также и на форточке. Заходим внутрь и смотрим фрамугу. Фрамуга полностью идет, как вам сказать, нахлёст, как я вам рассказывал. То есть лист разрезается только вот здесь внизу и в длину. И получается вот эта часть, она вся идет нахлёст. Вот здесь разреза даже нету. Они бывают и ручные, чтобы ручную можно было открыть, и автоматически. Тут установлены автоматические термоприводы, которые сами откроют и закроют. Также для предотвращения опрокинуть, так как фрамуга метровая, большая, при сильных повырывах ветра может ее перевернуть или сломать поликарбонат. Для этого установлена раз цепочка ограничительная и вторая для предотвращения опрокидывания фрамуги. Также в эту теплицу можно врезать в стеновые форточки, вот в эти отделения. Вот. Подвязать систему подвязки. Защита SOT. Сейчас я вам покажу. Двери, видите, ручки. Двухсторонний замок. Закрывается и открывается. Смазать немножко надо. Обрамление, что на новом павильоне, что на старом, идет полностью в комплекте. Вот это угловой уголок. Отлив. И, как мы видим, защита SOT. То есть это перфолента и торцовый профиль. Крепеж идет с помощью таких шайб саморезом, клопом 4,2 на 19. Стекло соединяется с помощью вот такой базы крышки. То есть сначала ложится основание, потом вставляется стекло, и сверху защелкивается специальная крышка. То есть называется разъемный профиль, база крышка, стыковочный. Внизу, значит, стекло опирается на уголок отлив, как мы видим, на резинку. Посмотрите, вот резинка специальная на стекло одевается. Здесь также стекло опирается на стойку и проклеивается специально амортизирующим уплотнителем. Так вот. Сварка, как вам напоминаю, вся в круговую. На всех стыках, то есть у нас открытых труб нету, все круговая сварка. Также она разборная, видите, из двух половин болт гайка соединяется. Прогоны, получается, у нас скрепляется на 4 самореза. Вот видите, раз, два, и с другой стороны также. Кровля 5,5, то есть на разрыв у них до 5 тонн мощные. Ну вот, вроде бы все, такая прекрасная, красивая теплица. Хозяева радуются, пригласили нас в гости. Вот так вот. Так что всем хороших посадок, хороших урожаев. Побольше рассады и больших урожаев. Подписывайтесь на нас, пишите комментарии. Ждем вас, любим, ценим. Спасибо огромное.